Всем доброе утро, сейчас 9:30. Сегодня у меня максимально поздний завтрак за все время придерживания правильного питания. Сделала себе вот такие овсяные сырнички. Ой, овсяные, господи, у меня уже, короче, все, голова напрочь нифига не варит. Кокосовые здесь творог, кокосовая стружка, одно яйцо и все. И, в общем, это я запекла в духовке. По капельке буквально на каждый меда, по миндальному орешку. И вовнутрь еще положила по замороженной одной вишне. Экспериментирую, короче. И черный кофе без сахара с миндальным молоком. Вот такой у меня сегодня будет очень поздний завтрак. В общем, будет сбой сегодня по времени в питании по-любому. Вот так вот в разрезе. В общем, не захотел Антон ехать. Голову проморочил на ПЦР-тест. А я записывала из себя. Я же говорю, я вчера рассказывала об этом, что если чё, чтобы заодно и себя проверить. Мало ли чё. Ну, не знаю, температуры нет, я померила, но чувствую как-то себя странненько. Как-то в носу, знаете, так как-то крутит, голова болит. Вчера вот прям начала вечером болеть. Сегодня чуть болит она по-другому, но она болит. На улице, кстати, дождя нет. Почему-то третий день, который был заявлен, что должен быть дождь, его нет, и слава богу. На самом деле, потому что я не знаю, как бы я вообще где-то что-то ходила, бегала, делала по дождю. На данный момент сегодня я тест не сделала, потому что, блин, ну, покупать, делать тесты каждый день. Я думаю, когда корона очевидна, то есть там и без теста, но для подтверждения понятное дело, что его нужно делать. Первое, что это температура, естественно. Сейчас вышла, не знаю, я сегодня на работу не пошла, потому что, ну, есть люди, которые все-таки боятся, и я их прекрасно понимаю. Естественно, скрывать я этого не намерена была. Я сказала, что, ну, не все готовы как бы в контакт вступать, но сейчас сняли официальный бедут, как бы, это даже оплачиваться не будет. То есть больничный, если ты болеешь, вот как Антон, да, официально, то есть у него больничный. А у меня как бы не больничный и не официальный бедут, так как было в том году, то есть сажали. Сажали, звучит еще так. Вот, короче, я говорю, надо каких-то фруктов взять, потому что витамины нужны. И я хочу ему тоже сделать смузи. Как бы киви, шпинат, это очень много там витаминов, и витамина С, и зеленое яблоко, железо, и, короче, и киви, и, ну, нормально, я говорю, будешь смузи пить, тоже нужны настоящие витамины. Если бы он еще поменьше выделывался, было бы, конечно, получше, а так очень выделывается. И сегодня, несмотря на то, что у него вот сейчас 12:30, нет температуры, 36,5, он все равно лежит и говорит, все, я ж, блин. Понятное дело, что слабость, это понятное дело, как бы. Но настолько капризничать, прям, как он это делает, не знаю. Не знаю даже, что сказать на эту тему. Чересчур раздувает. Слава богу, что сбили эту температуру, которая была 39, тогда там, ну, очевидно было все, что и плохо безумно, и... А сейчас просто кушать, мерить температуру, следить, чтобы не подымалась. А, вот. Но сказал он, капать, пшикать не хочет спреем, потому что, типа, вызывают зависимость. Я согласна с этим. Антон, тоже знакомая машина, если посмотришь видос. Интересно, интересно. Фирма Даниэль, с которой мы уволились.
Сотрудник приехал, видно. Короче, что я говорила? Я забыла. У меня сегодня, кстати, какие-то провалы в памяти. Меня это пугает, если честно. С утра, причем это началось у меня. И я как бы такая заторможенная. Возможно, это тоже проявление короны. Я не знаю, у меня какие-то провалы. Вот просто я вот забываюсь. И, кстати, по-моему, в ту корону у меня также было. Или это уже после операции было. Ну, короче, в период там же плюс-минус у меня же была после короны сразу операция. Так что вот такое вот. Сейчас хочу заснять дерево. Я вот это дерево просто обожаю, как оно цветет. Шикарно. Что-то людей как-то. Ну, в общем, грубо говоря, Антошку мы практически уже подняли на ноги. И если у него на пятый день, а сегодня третий, будет отрицательный тест, то он может выходить. Ну, а я каждое утро просыпаюсь со страхом, что у меня непонятно что может вылезть. Стрёмно. О, ребята, сладости. Это вот кетчуп. Body pull. Это вообще что такое? Посмотрите. Это просто... Видите, уже совсем хах самая. А ну сколько? А за кама? Слиха, за кама? Ага, что там и туда-сюда, короче, сто с чем-то. А почем вот это вот килограмм? Шманин. А за кама? Кило. А, срим ваше, ага, тогда. Короче, любое за срим вы что-то быстро сказал, короче, то ли шево. Угу. Я думала, может, Антону что-то такое сладкое купить. Типа кило, любой килограмм за 20 чем-то. Господи, что это детское. Ну, такое. А вот тот, вот, который красивенький, я вам показала, что сто с чем-то. Он говорит, мы, а, там что-то там, с чем-то. То за НАТО. Еще и такие сладости, как бы мармелад. Что-то за мармелад дороговато. Посмотрим, что тут еще есть. Зашла на ярмарку. Я же сегодня безработна. Пол третьего обед. Суп овощной с фрикадельками с индюшатиной. Ребят, хотела еще показать то, что я все же купила сегодня. В общем, такую вот помаду-карандаш. На самом деле у меня никогда не было помада-карандаш. Блин, сейчас сломаю. Я еще не умею так профессионально открывать. В общем, вот такой вот оттенок. Прикольный, мне понравился. В общем, поставила пока сюда. Вот, взяла, значит, одну масочку такую вот тканевую. И взяла еще вот такой вот на ежедневное использование. Прям вот так вот, прям помного, да. Типа туалетная вода, ну, короче, парфюмированная. Естественно, не оригинал, то есть это дешевка. То есть мне там писали, знаете, короче... Типа, дорогие там у меня эти парфюмы, то есть далеко не все. То есть вот это вот не оригинал, и он очень... Ой, моя помадка упала. Очень стойкий, и запах реально, ну, классный. Второй этот, который я покупала, я вам тоже показывала. То есть, ну, конечно, бред бредовый. Зачем я ставлю сюда помаду, я, конечно, не могу понять. Сейчас я в открытом виде покажу. Короче, вот так вот она выглядит. Я не поняла, это я ее поцарапала, что ли? Блин, по-моему, это не такой цвет. Офигеть. Я вроде нюхала, была синенькая. Это желтенькая. Но вроде запах такой же. Ягодный.
Или они все одинаково пахнут? Ну, блин, ей-богу, я нюхала, была голубая. Блин, а это оранжевая, фонареть. Ну да ладно. Короче, вот. Такой вот спрейчик, пометка и масочка тканевая. Я уже маски тканевые не брала лет 150. Я не знаю даже. Думаю, ну что, возьму. Для разнообразия. Я сейчас просто мыла посуду, и у меня, знаете, ну, не совсем как бы пахнут руки каким-то парфюмом, чтобы понять, блин, это тот аромат или не тот. Меня что, надурили, что ли? Не могу понять. Да, ну так что. А нарисован тут какой-то цветочек. И она еще все поцарапана. Я не могу понять. Что разводняк? Что за разводняк? Я же в пачечке взяла. Блин, я скоро буду и пачечки открывать. Раз такое дело. Но могу сказать сразу, я в ней уверена процентов на 10, знаете, так. Но вот это, я хотела вообще купить ее. Сегодня не было, прикиньте, не было. Но я жалею о том, что я все-таки взяла вот эту, тем более, ну блин, походу, что-то не то. Не знаю. По-моему, я нюхала все же другой аромат. Я уверена, что он будет нифига не стойкий. И я сожалею, что я не взяла опять-таки закос под бренд. Там был закос под бренд. То есть это вообще не закос под бренд. Это, я не знаю, просто как, знаете, такая водичка для тела ароматизированная. Ну, ничего. Вот это вот, кстати, классное. Я ее до сих пор не начала, потому что надо этими пользоваться, которые уже начаты. Сейчас пойду заниматься ужином. Ребят, сейчас, в общем, уже 8 часов. Я буду завтракать. У меня зеленый салат с консервированным тунцом, отваренным яйцом одним и зеленый чай без сахара. Такой у меня сегодня будет ужин. Видите, все не по графику. Из-за того, что позавтракала позже, пообедала позже. Соответственно, теперь и ужин у меня позже. Так что на этом, собственно, я заканчиваю свое видео. Такое оно вышло коротенькое, не особо информативное, все такое. Ну, извините, пожалуйста, что есть, то есть. Так что подписывайтесь на мой канал дальше, ставьте палец вверх, будьте здоровы и всем пока-пока.